К другим темам. 28 мая российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, прошли и в нашем городе. На набережной Космонавтов собрались виновники торжества, те, кто посвятил свою жизнь охране рубежа Отечества, ветераны и жители города. Вместе с саратовскими пограничниками праздник отметили представители северо-западного, среднеазиатского, закавказского пограничного округов, а также московского пограничного отряда. Действующим сотрудникам, отличившимся на службе, вручили благодарственные письма и юбилейные медали. Перед собравшимися выступили военные артисты и танцевальные коллективы. После концертной программы, по традиции, сотрудники ведомства проехали на БТР по улицам города до Парка Победы, где возложили цветы к мемориалу пограничникам всех поколений.